Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты компаний из индекса S&P 500, преимущественно опережают консенсус ожидания рынка в части прибыли на 6,9%, что является исторически высоким показателем. Мы ожидаем, что предстоящую сессию проведет в диапазоне 4130-4180 пунктов. Президент Байден и законодатели накануне обсудили возможность менее существенного повышения налоговой ставки на корпоративную прибыль, чем планировалось ранее. Эта возможность может стать краткосрочным драйвером роста широкого рынка. Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ на премаркете характеризуются повышенной волатильностью и торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня. Вероятно, котировки бумаг на американских биржах сегодня не покажут значительного роста. Более вероятен боковик. Что касается азиатских фондовых площадок, то они продемонстрировали смешанную динамику. Индексы на азиатские фонды торгуются преимущественно без сильных изменений относительно вчерашнего дня. Согласно предварительным данным, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вырос примерно на 25 тысяч контрактов после трех дней снижения. В то же время торговые объемы значительно выросли, и фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,12% до $64. Золото остается в боковике и торгуется на отметке $1769. Возможно, давление на безопасный доллар США обусловлено текущим оптимизмом рынка в отношении ускорения темпов вакцинации в Европе, Британии и США, что должно обусловить более активное восстановление мировой экономики. Между тем, на этой неделе стало известно, что фактором поддержки для золота стала новость о том, что власти Китая разрешили отечественным и международным банкам импортировать в страну большие объемы золота. Да возрадуются трейдеры, которые долго ждали снижения по фондовому и нефтяному рынку, и вчера состоялось снижение цен на нефть. И на это есть четыре причины. Одна из них – это опасения относительно спроса со стороны Индии. Индия сообщила о самом худшем ежедневном числе погибших в результате пандемии. Напомню, что Индия является крупным потребителем нефти, отсюда и риски. Может ли этот риск обрушить рынок? Ну, возможно, но не все так безнадежно. Если изучить трекер компании по вакцинации, то мы можем обнаружить, что сейчас в Индии количество привившихся растет, тем самым улучшая ситуацию по потреблению нефти в целом. И между тем потребление нефти в мире по итогам марта снова оказалось выше объема добычи. Превышение составило на 2,5 миллиона баррелей в сутки. По разным оценкам, к текущему моменту большая часть избыточных запасов, сформировавшихся в период коронакризиса, исчерпана. Это означает, что при сохранении действующих ограничений цены на нефть могут серьезно вырасти, по крайней мере, на короткое время. Что касается курса евро, то достиг отметки 1,20, чему способствовали прогресс в вакцинации и ожидание смягчения ограничений, а также стабилизация, а затем и снижение доходности казначейских облигаций США. Также стоит отметить улучшение отношения инвесторов к европейскому рынку акций. Эта динамика европейских индексов с начала года почти не отличается от S&P и растет профицит по счету текущих операций. Ключевым краткосрочным фактором движения курса евро к доллару США пока остается, такая некая динамика долларовых ставок. И возможно, что текущий отскок – это результат закрытия позиций против евро с расчетом на дальнейший рост долларовых доходностей. В этом случае нынешняя волна укрепления евро должна быть непродолжительной по времени. Что касается криптовалюты, то перед падением биткоин преодолел отметку в $60,000. Это произошло за несколько дней до листинга Coinbase на бирже NASDAQ.
14 апреля цена биткоина достигла рекордного уровня 64 800, однако весь недельный рост первой криптовалюты сошел на нет, поскольку продавцы в панике начали продавать актив, закрыли позиции, вызвав шквал ликвидации фьючерсов биткоина на сумму более чем 10 миллиардов долларов США. Это событие стало крупнейшим однодневным падением биткоина за более чем 3 недели. При этом рыночная капитализация упала более чем как раз-таки вот на те самые 100 миллиардов долларов в США. Из-за слабых показателей на рынке индекс доминирования биткоина продолжил снижение на этой неделе, достигнув 53%. Индекс, показывающий рыночную долю биткоина относительно всего крипторынка, значительно снизился за последние несколько недель в связи с резким ростом альткоинов. Посмотрим, что же будет дальше. Спасибо за внимание. Всего хорошего.